Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем играть в Age of Wonders 4 на последнем DLC Primal Fury за первобытных волков. В прошлой серии мы провели несколько очень серьезных битв, в основном здесь вот на нашем форпосте. Выбили с астральной расы мага, выполнили здесь задание небольшое. Ну, наверное, на этом все. Ну, кроме того, вот здесь еще бандиты к нам бегут из какого города, напомните мне, из рунной кузни. Я думаю, что сегодня мы с ними разберемся, и вот эта пачка нежити пойдет у нас в частокол. Объяснять им, что они немножко не правы по отношению ко мне. Да, ну, соответственно, армия Дейрин попробует сходить в проход паломника, для того, как захилиться. Постройки я пока никакие не строю, ну, потому что банально деньги копим. На следующий ход здесь бахнем гильдию фермеров. Еды будет уже значительно больше. Ну как значительно? 4 фермы плюс 10, 220 еды. Кстати, хватит нам авторитета, чтобы еще один город поставить. Это будет у нас вот здесь вот городок. Урон. Таргот-хранитель. Урона, карающая булава. Наносит урон духом, демонам и нежити. Умный рыцарь. Тоже все палки полуросли. А, интересно, здесь город получится. Такой, конечно, здесь нравится. Ну, мне по-хорошему вот влево-вправо только развиться. Вниз-то. Здесь есть и слева интересный, и вправо интересный. Не критично, что очень так придется в моей границе. Умертвие. Прекрасно. Будь у нас вампиризм, временное здоровье и воинами нежити. Наши собаки. Осквернить строение. Доход душ от источника увеличится на 5. Больно. Первобытная связь с мамонтом. Слушай, мне в комментариях вообще, по-моему, про этот перк написали, что он не будет требовать маны, но я на самом деле в этом сомневаюсь. Ладно, в принципе, один ход, все, давайте попробуем. Задание за награду, небесную гавань захватить. Да нет, дружище. Ага, опять они дали задание захватить города друг у друга. О, привет! Джурифакс, метатель чар, пустынный торговец. Защитные руны на нем, легкий шаг, уклонение, быстрая адаптация, адаптация к пустыням. Мистик. Рыны объединители и одаренные волшебники. И он тоже воюет с нашим кругом. Четвертое место по силе у него. Военный рейтинг 4. Рейтинг мой. Военный рейтинг. У меня военный рейтинг 2. Плюшкина 7. Ну, из тех, кого мы видели, я пока самый сильный. Так, гад возвращается в гавань. В голове, видимо, недавно стукнули. Уезжал отдыхать. Так, ну здесь однозначно нам нужна гильдия фермеров. Мы ее ставим и жители будут здесь. А, нет, герой мне пока не нужен, мне пока строиться надо. Блин, здесь вот, конечно, за 280. Наверное, давайте я еще один ход пропущу. А в лежбище мы уж накопим, потом в Громодоле и в Стадвальде. А здесь нам сейчас нужно... Да, вот он почти уже подошел, товарищ. Здесь... Внешний ветер берем. Ой, внешний, вешний. Конечно, под вечный покой оставить пока. Ну, вечный покой, насколько я помню, там не очень приятные тоже ребят сидят. И так-то просто будет ими разобраться, поэтому, наверное, пока смысла нет особо. Ну, давайте ману я себе поставлю. 15. И отлично. И что здесь ставим? Вот храм ледового мамонта, кстати, здесь можно поставить. Давайте я его и сделаю. Там и храм, а здесь у нас что? Здесь ферма, да, уже стоит? Здесь ферма. Да. Храм, он постепенно будет здесь лед распространять. Не лед, точнее, снег. В снегах мы плохо себя чувствуем. О, кстати, а, Стадвальд. Блин, нет, я уж обрадовался, что у нас там на поверхности построился. Я же его даже строить-то не начинал в лежбище. Гонять. Гонять. Так, ладно. Дейрин. Проход паломника. А кто здесь нам будет
Благословенная душа, кстати, тоже неплохие нам юниты. Они быстрые. Они чисто технически неплохо вписываются в наши армии, потому что будут быстрые, подвижные. Так, Кумания. 300 маны надо, чтобы в мертвее превратиться. Понятно. Туманник. Может, туманник пока. Мертвые подождут. Поизучили и не используем. А сами пошли к проходу паломника. Много всяких. Можно, конечно, вот этот отряд тоже с ней таскать. Потом ее отправить на зачистку вот этой всей дряни. Да, давайте вот этих ребят я тоже не возьму. Здесь магистры, ищики. Даже вон фурия есть. А вот эту халяву, кстати, тоже надо забрать. А кем? А есть у нас птица? Да, есть еще вот эта разведчица. Разведчицу отправить? Да, давайте разведчицу. Она все равно у нас сейчас до отряда. Так, а вот здесь надо сейчас подсмотреть одним глазком. Да, вот они идут. Это, кстати, сильный. 1196. Блин, Дейрин. Я прям разрываюсь. Здесь вот тоже все хочется позачищать. Но, с другой стороны, вот этот угол, он как бы никто, кроме меня-то, его и не зачистит. По-хорошему. То есть здесь-то можно особо не торопиться, а вот здесь как-то вот напряженненько. Поэтому... Сначала Дейрин я все-таки на запад схожу, потом уже вокруг буду. Хотя вот эти товарищи бегают, сейчас тут форпостов. Зену втыкают, негодяи, как здесь. Это не форпост, это от города хранилось. Так, ладно, у тебя что? У тебя какое-то классное копье, разящий рубильщик. У тебя какой-то классный доспех. У тебя какой-то классный медведь. У тебя преобразователь, мощный преобразитель. Парочка бастионов и парочка мучителей. Слушайте, если всех их убить, кстати, можно золотым касанием с остальной кожей себе скелетов набрать. Прикольно. Интересные ребята будут. Ну ладно, давайте смотреть. А кто у нас тогда пойдет? Ну, герой-то обязательно пойдет. А у нас еще добегает до него кто-нибудь, нет? Пу-пу-пу-пу-пум. Не, ну вот отсюда добегут. Эти вот, у кого 40 передвижения. Так, ну ладно, герой однозначно идет, тут даже не обсуждается. Тут 13. Тоже, наверное, идет. Это 404, что ли? Тут 47, здесь сил. Это 4. Так, ну вот эти ребята, наверное. Да, но все-таки присоединятся к этой траке. Некроманты и маги есть. Отряд. Делаем, да? Как раз все. Реально вписывается. 1800 против 1200, но наши 1800 это позорные скелетоны. Кстати, да, золотым касанием чисто технически можно будет набрать ребят. Здесь и лучники будут, и рукопашники, даже маги. По халявное усиление. Одна пачка будет. Опять не хотят выпекаться юниты. Так, здесь у нас, ну, наверное, ход еще один следует подождать. Они поближе подойдут. Посмотрим, кто куда. И вот в этом проходе даже их накроемся. Ядовитые миазмы. Спасибо. Спасибо, только этого-то мне и не хватало. Вот все думаю. Думаю, еще думаю, мне не хватает. Ядовитых миазмов мне не хватает. Опа, и вот одни. Понятно. Так, отмена. Вот, лука хотел. А, плюс, здорово, конечно. Здесь выбегаем. Пряня. Только герой по нам может лететь. Ну,
больно. Но ладно. Ладно, ладно, у нас... Давайте на стрелков накинем. Изложение заражения. Пускай здесь. И ждем, наверное, пока. Потому что сейчас пауков много чего влетит. А не защита. Там тоже тянем. Надеюсь, что в пауков много влетит, а не в плитонов, потому что плитоны тут много могут не выдержать. Много влета. Так, некроман, жди пока. Тоже пока жду. Слабость героя здесь. Пахнули по площади. Наверное, рукопашников убивать. Ну вот мы воскресим. Проблем. И прям спиной. Этими защитными выпадами бахнули. Вот здесь паучок должен вот так делать. Типа, а их заморозил, да? Их еще и заморозило. Это не может не радовать. Кстати, ну это факт. Удар, конечно, страшный. Можно с разбега лететь. А, у него... А, у него первый удар. Первый удар. Ну, тогда обойщиками сначала его. Там сопротивление растет, где... наших копейщиков ужарят на 24 15 на 18. Скоро снижено. О, отлично. Урон наносим. А мы вообще убиваем. Дайнс герой. Здесь мы можем товарища воскресить. Здесь выходим, дославляем нежить нашу. Сопротивление можно попробовать. Хватит. Нельзя, но зато теперь все криты в него будут летать. Как говорится, не может не радовать. Легкий урон у него. Подождите. Рассеянный. А, ну, понятно, если легкий урон, то может быть ранен. Да, хотя там, по-моему, тоже атак сломал. Не знаю, я как тут на нем упустил. Возможно, тоже были они. Да, легкие уроны. Вряд ли. Вряд ли. Достаточно слабо они бьют, эти бастионы. Да, здоровье, защита, конечно, их миллиарды, но... Кстати, мягко сказать, маловато. Так, и зомбезик, и... И зомбезик. Кажись, какая верхний удар сбиваем. Можно даже вот этим... Жать. Ковал. Коваль, да. Эти ребята, они правда мягкие. Куда вы побежали? А, это никуда не побежали, это первый удар был.
Копейщики, терпеть. Как больно, конечно. Ради одного выстрела. Так, ну ладно. Панов надо максимально... Положение всякое надо накидать, чтобы побольше душ набрать. Точнее, разложение, плененный дух. Поэтому вот так. А нарушение упало. Еще разок. Есть. Кроме только разложения. Плененная душа. Нет. Петли-дудли. Ну ладно. Как-нибудь уже добиваем их. Так у тебя. Да есть. Теперь тоже. Вроде теперь у всех есть. Эти плененные души. Это просто убиваем. Подождите, акку убьет. Конечно, большой молодец, но команда. Далее. Удар. Я, конечно, по ним урон не проходит, но я он на единичку бьет. Как-то их прям, я не знаю, забафить надо. Есть желание, чтобы они дамажили. Бафа слабенько они. Он раздает. Ну, 150 науки нам упало. Вот. И золотая армия, слушайте. Золотая армия скелетов. Прям целый стек. А я возьму. 90 душ. Маны, в принципе, хватает. Вот они, да? Ну, красивый как. Богатый. Золоте. Вот еще шапка золотая. Это обман. А что у него золотая? Вот. Куб золоте. Золотое касание, 2 к магическому сопротивлению у них и стальная кожа. 2 к защите, 2 к сопротивляемости ядом и минус 2 к электричеству. Яду 47%. Мелые эльфы. Зоркость, волшебная концентрация. Ну, волшебную концентрацию, кстати, больше не дамажить. Ловящий хищник. Он как не попал? Это хищник, это который вот отсюда вышел. Он сюда вроде так зашел, назад не может. Не может. Ну ладно, распределимся. Нужно тело продать. Он нам 2 маны сейчас дает. Ну, проще продать, чтобы там ту же ману будут приносить. Вещи, которые он в хранилище сдал. Переполнение души. Дружественные войны в России одной клетки получают бафы. Иной гроб. Не хватает мне таких боевых заклинаний. Так, ты давай, птица, иди в разведку. Ты... Нет, не буду я здесь разделяться, я думаю. О, нет. Там. Так, разведчик, разведчик, разведай. И в разведку. И логово Горгоны на следующий ход мы займем. А здесь давайте копать попробуем. А здесь вон фото всякое. Разведчика куда будет отправить. Этого разведчика знаете, куда надо отправить? Вот сюда, как он сюда. Вот будет. Ну, спустимся к ребятам, которых сейчас мы разбивали. 294 золота, кстати. А, это потому что я продал героя. Значит, в лежбище мы можем ставить чертог духа. Замечательно. Через 3 хода, значит, лес отражения мы берем. Это тоже не может не радовать.
Вечный ветер. Что за название? Так, ну и тут, конечно, нужно такую армию сделать. Такое, конечно, население смотрится прикольно. Там здесь они почему-то не золотые. Не золотые. Скелеты немножко золотые. Боже. Таня. Бонусов, конечно, больше, чем не бонусов. Ну да, 7 физического сопротивления, это на самом деле очень много. У обычных это он по 5. А у этих еще и от магии защиты. Очень крутые скелетоны. Ответь на призыв к войне против птицами. Вообще, я даже соглашусь. Ну нет. Монги. Да, они все равно там на другом континенте. Я когда-нибудь до них доберусь, конечно. То, чтобы быстро. Ледяной гроб. Падение смерти. Нет, мне вот, наверное, легион упырей надо брать. Плюс здоровье, плюс ослабляющая аура. Плох смотрится. И разрывают оборонительный пакт. Ребята не очень хочет. Воевать. Но с другой стороны, я как далек оттуда. Так, вот что строить. Давайте смотреть. У меня 208 золота, лежбище строится, волчье логово строится, вешний ветер строится. Вот в громадоле что можем поставить? Тут недорогое. Рынок, таверна. Рынок, что ли? И стадвальде. Стадвальде, во-первых, что-то присоединить надо. Причем присоединить надо что-нибудь на производство. Потому что производства маловато в городе. А, давайте здесь вот сделаем плюс 15 и будем что-нибудь строить. Есть часовня на ману, есть еще ледовый мегалит, конечно. По снежной провинции, ну тут такое. И, конечно, снежных провинций нет. Толку от него нет. Крут фей по туманами накроет. Колодец душ, ну колодец душ вот еще. Место наломни, чтобы еще производство сил байк, наверное, нет. Тогда что? Наверное, плюс мораль. Мне нужна, кстати, плюс мораль получить. Получается, надо. Давайте таверну. Ой, и призыв туманника готов. Туманника. Так, а если вот в основной отряд туманника отправить? Он да скорость будет резать, он же... Подождите, давайте, знаете, что посмотрим. А, это в Астрале же он, правильно? Туманник. Скорость-то 40 у него. Скорость 40, это застрельщик. Я про то, что, в принципе, он с собаками-то неплохо должен. Конечно, он не стайный охотник, да, но вот вместо первобытной сорви головы технически можно его взять. Да давайте попробуем. Нет. Вот такой вот звереныш. У него ледяные клинки, ледяные стрелы. Эти бонусы есть. Коварство феи. Если в конце своего хода частично скрыт или находится в облаке тумана, получает случайно выбранный эффект. Положительный. Туманный след в конце хода создает облако тумана в клетке, где находится. То есть он стоит, вокруг себя создает туман, будет скрыт и будет на себя настакивать положительные эффекты. Неплохо. Давайте тогда вот так вот делаем. Ну, он хорошо, что он не выбивается от коллектива. 40 передвижения. Ну, здесь два разведчика, что ли? Да, аж два разведчика, слушай. Копать, может, какую-нибудь ату найдем. Конечно. А, отсюда ушел. Урон. Логовы горгоны. Может, даже автобой тут справится. Использовать. Это место выглядит как святилище какого-то запретного божества. Каменный алтарь с идолом в виде змеи, волосы женщины, окружен скальными
формированием необычной формы. Ага, 30% шанс на успех, плохо. Пещера разносит безжизненный голос. Принесите мне жертву, послушники горгоны. Давай, ух, ничего себе. Послушники горгоны, а тут всегда драконы. Я просто ожидал как-то с обычными змеями подраться, нет? Что проклятие горгоны оглушений? Ладно. Немножко неожиданно. Немножко неожиданно и неприятно. Маны-то у меня не то чтобы много для Мэнни. Блин, надо как-то вопрос с маной решать максимально. Хорошее. Бэт. Я еще вынужден ход. Мэнни, конечно, мы сейчас можем призвать. Подув. Подув, конечно, не особо сильно. А то, что яд мы нормально терпим. Оно неприятно. Блин, я оглушился как раз дух магмы. Вот никто. Именно дух магмы. Объятие феи. Что дает? Дружный ман получают в районе одной клетки туман. Из тумана постреливать, но... Страшно. Змей он заморозили. Свежий мороженый змей. Красота. Так, здесь герой. Можно на 56. Можно, конечно, еще разозлиться, еще сильнее ударить. Ну, убивать их всяко надо. Давай на 45 влетай. Герой, давай злись. Даже, знаете, даже не будем атаковать, я сюда пока встану, защиту остаться, потянем. Вот так вот встану, будем за шлем. Теперь давайте объятия фей попробуем. Ох, да фиг, дополнительный СП. Лупим. И 6. Убийца драконов там у него. У него, кстати, пушка такая антидраконовая. Блин, ну может он пострадает сейчас, кстати. Ух так. Ладно, хвостиком махнули. 21 клюнули. Легкий урон. Управление, легкий урон. Амбезия. Это из костяного кошмара вылазили. Вот теперь огонек. Ну а почему нет? Давайте одного убиваем. Ух, сильно раним. Дракон уже почти отъехал. На 108 урона он может герой побить. Здесь, конечно, поглотить хаос. Я только одного. Одного. Ладно, здесь хилимся. Хилимся, живем. Есть. Всем убиваем. Зову Мэнни, чтобы немножко вот этого товарища прикрыть. Больно ему здесь не стало. Смертельно больно. Ладно, как он добьешь? И так вот бьешь и тоже добьешь. Да? Остался у них один дракон и... Стяжка.
Так, классно. А, мы сейчас все равно нового наймем. Ладно, не расстраиваемся. В том плане, что вот этот дракон умер, и из-за этого вот этот дракон два удара нанес вместо одного. Я только Мэйни вызывал. Да, давайте новым кошмаром нанимаем. Чрезмерная сила. Балда новая. Так, вот, 317 маны. Другое дело, вам удалось пережить испытание богини Горгоны. Тайная комната полна каменных статуй, искатели приключений, безмолвных жертв того же проклятия, которое едва не погубило Фаретома. В общем, что-то можно забрать. Можно плюс 5 к мировоззрению, 122 авторитета, можно 172 науки. Можно фурию Дратья набрать. Ну нет, давайте вот так. Фурия, она хороша, но он немножко не вписывается. Она сейчас наш отряд. Поэтому большого смысла нет. Либо элементаля, либо нежить. Нежить. Призываем. Так, у него... Можно, кстати, вдохновляющего командира взять. Потому что у него армия дорогая. Да, давайте вдохновляющего командира. Сколько это нам будет? 148-36, а сейчас... 159-46. Нормально. Идочкам. Ну, сразу астрала, конечно, не буду отдавать. Это что-то страшное. Бизнесу, кстати, нам нужно будет все-таки построить. И у нас 225 авторитет. Давайте смотреть, куда мы это можем потратить. Падение тени всякие. Можем волка себе еще одного взять. Можем провинции с реками, побережьями, подземными озерами, плюс 2 к пище. Мясники, печки, портации. Можно, конечно, накопить вот на это, на героев. Ваши герои получали опыт на 200% быстрее. Ой, как это хорошо будет, ребята. Слушайте, а давайте я накоплю на это. Я, конечно, понимаю, что вот эти перки классные здесь все. Классные. Но чтобы герои сумасшедшие качались. У нас это было в каком-то прохождении, но этот перк я взял уже под конец прохождения, из-за этого, ну, не сильно мы его прочувствовали. А тут как раз, как говорится, за всю хурму мы это прочувствуем. Так, подожди, ты вот у нас писался не туда. С этого отряда, да? Да. Ладно, давайте кучковаться вот так. Вечные покои, вечные покои. Там что-то армия, по-моему, сумасшедшая. Там исследовать. Да, тут 1115 надо. Кстати, без боек забрать. Вообще не сражаться. Но у жителей потратить из этого города. Слушайте, я так и сделаю. Я не буду сейчас сражаться. Я поделюсь с вами жизненной. 10 мы мировоззрение теряем. Орлиный лук получаем. Принимаем награду. Кримтон верующий победил царицу нежести и ее любовников. Поверженная царица вновь поднимается на ноги, хлопает в ладоши. Скрипучий голос чудовища раз... Ой, еще золота как много. Раздается по вечным покоям. Недурно, отважный герой. В общем, давно позабытые чувства она испытала. 447 золота. Герой, кстати, за бесплатно взять, который нам сейчас нужен. Посох разложения не нужен. 172 науки не надо, у нас ее так много. И 10 мировоззрению можно. Не, давай, пошли. Подружание наше. Наш подружание теперь с нами. Подчиняющий чумотворец. Повышенная точность. Гармония удачи. Венец точности. 10 сопротивления молнии духу. 10 плюс 10 очков заклинаний в бою. То есть сокрушитель. Слушайте. А так ты большой молодец. То есть из прокачки у тебя ничего нету, да? Обновление тут. Ну, она прям совсем. Не. Ну что, классно. Рица нежить. А, нет. Это у нее из задания осталось. Так, ну, царица нежить вообще, она еще и по лору к нам подходит идеально.
вечный покой. Ну, жители мы здесь потеряли, но что поделать, жизнь такая штука. Мысли не нужны. Подводим. А, это два раза. А где бы мне лучше губернатор нужен? Она все равно бонус этот маленький дает. 4 производства, 6. Давайте вставлю. Поставим ее. Пускай под землей командует. Я думаю, что под землей как раз комфортно будет. Да, это у нас единственный город подземный. Как говорится, сам темный бог велел ее туда отправить. Так, ну сейчас, к слову, еще и вот буду взять проход паломника. Такая у нас серия сегодня. Зачистки райончиков всяких. Можно, кстати, ей вот это золотой отряд отдать. Бегает, командует. Так, ну это вообще пущенное мясо. Здесь отряд пока жив. Здесь. Не, золотой отряд я не буду разлучать. Она не тут команда. А вот у них команд. А в принципе отсюда тогда за. Ну. Делаем. Сюда. Один лишний лучник. Вот прокачанный. Ну не знаю. Ну ладно, пускай пока будет. Хотя нет, не будет. Или будет? Будет, не будет, будет, не будет. Так он сильный вообще. Ну кто? Он зловещий хищник. У него быстрый. Быстрого нельзя распускать. Прав. Два. Это хорошее. Ну ладно, тогда. Тогда чего? Типа так вот объединяйся пока. Ну и пошли в наступление. Наша орда просто нежити прет. Юг получить воском, раз уж вы быстренькие. Дейрин, так и все вроде бы, да? Давай, слушайте, можем форпост тут сейчас поставить. Логово Гаргоны присыпать. Нет? Сосед вроде. Это плохо. Получается, здесь форпост. Нигде мы форпост поставить, потому что вода кругом. Он получается, логово Гаргоны просто потому, что захватили. Ладно, посмотрим сейчас еще на Туманника. Это потайной и храбрый комплекс считался давно утраченным. Когда-то архонты поклонялись здесь все отцу. Следовать. Еще 100 силы. Заплатить Епитимью и покаяться в грехах перед святилищем. Она осуждена. Раз два хода вражеский воин получает 5 единиц урона магии духа. Еще. Ну, вытерпим, надеюсь. Вы замечаете в дальнем конце храма ветхую статую неизвестного древнего Гадир. Едва успеваете сделать шаг, как рядом появляется святилище Кары и раздается громкий голос. Выступаете по священным залам давно усопшего Гадир. Возможно, вы, верховная шаманка, станете их новым покровителем. Пройдите испытание и докажите. Кстати, если захватим, у нас авторитета так много будет. Ох, блин. Гадир-то гадир, у нас маны сейчас много, у нас мэни, просто буду сейчас ходить и доказывать, что достойны мы. И в коем-то веке здоровья у нас много, но приговор на нас. Приговор, это, конечно, печально. Да, эффекты просто с дикой силой будут на нас падать. Что поделать? Ладно, бафаем давай. Липчивый туман. Он еще и бафаться будет сам по себе теперь. До этого тумана. Вот
получается, сейчас бонус получает за сам факт того, что я вот на него этот прилипчивый туман навесил, и плюс еще он сейчас туман вокруг себя будет организовывать, еще бонусы будут на себя настать. Очень прикольно. Становится, конечно, здесь опасный, но он достаточно слабенький. Ну как слабенький? Слабенький, что если к нему подлететь, то нормально можно покошить. Так, ну он у него и воодушевление, и усиленная защита. Туманил стоит. Ему норм. Норм? Так, а что такое? Ловко фей. Наносит выбранному врагу урон с базовой вероятностью 90, применяя случайно отрицательный эффект. Убийство. Скорость снижена. Конечно, невысокая, но что поделать. Так, мэни. Давай вот в этот фланг попробуем влететь. Вот так, надо ему дорогу открыть. Блин, а мэн не добегает. Уж мэнни, а чё? Медленный. Мэнни. Ладно. Он добежим. Бежим. Еще одного мэнни вот сюда вызовем, чтобы он с летоносцем влетел. 37. Как говорится, добрый день. Здесь. Есть неприятный. Наш, скорее всего, телепортация будет. Ну тут можно прям вот обнаглеть, подойти и спрятаться за Мэнни и пострелять. А почему нет? Тоже он туман вокруг себя организует. Случайно отрицательный эффект. Скорость снижена. Давай сюда. Кровотечение, кстати. Ну, неплохо. Утечение, скорость снижена. У него еще дополнительные силы здесь нас такие. Блин, слушайте, он прям правда сильный. Сильный. Давайте я вот так даже сделаю. Не буду впрыгивать, просто в защите постоим. Думаю, что сейчас очень много для удар именно Мэнни примет. Здесь Элему позовем, не буду пока дополнительные ходы давать. Элем, в принципе, может даже сюда сейчас влететь и тут заваруху начать устраивать. Да, и давайте так и сделаем. У нас, в принципе, главная задача вот этих ребят внимание сейчас на себя максимально отвлечь. Чтобы мы, допустим, вот с этими двумя разобрались. Ну, вы, собственно говоря, и нет. Так, волчки в защите стоите. Сейчас по нам кары, да, бахло? Ты уже бахло. Это уже бахло. Так, и что? Баф пошли. Арбалет. Кого? Арбалеты в героя. На 21. Больно. Блин, это больно. Хотя не действует. Здесь телепорт полетел. Магов. Табак. Ма сошли. Ну да, видите, Мэнни и очень серьезно себя здесь внимание отвлекли. Нормально. Нормально много. Здесь Мэнни просто отбивает. Доносца. Не может не радовать. 24. Ух, он и в ближнем бою эту манит неплохо бахает. Ой, а если его еще на этой точке ставить, он, получается, на себя вот этот прилипчивый туман настакивает, и по нему еще и попасть сложнее. Он в этом тумане стоит, его убивать-то как? Это можно одних туманников создавать и просто ходить, посмеиваться над противниками. Он мало того, что прилипчивый туман этот на себя настакивает, он же вместе с туманом и другие бафы на себя настакивает. Вот что интересно. А давайте копейщиками заберем. Магия. Можно даже здесь собак вот так вот лететь. Потом вернуть собаке ходы. Еще раз влететь. Да, надоедает инквизиторов. Там Бези на месте. Героиня, героиня. Героиня, кстати, может превращение сделать. Какой шанс?
22, 28. Ну, 28 как-то. Не сработало. Ну, ладно. Работало, значит, не надо было. Так, вы зомби убиваете здесь. Да, 40% попасть в каком-то. Герой, конечно, может. Так, плененная душа. Можешь так вот шандарахнуть вокруг себя. Можешь, конечно, поближе к нам подойти шандарахнуть. На следующий ход у меня откатится. Пятнадцать, десять. Вы думаете, есть смысл еще одного мэни вызывать? Ну, 26 он меня ударит, этот вообще не добегает. И здесь еще может больно ударить. Ладно, наверное, не будет пока. Что на себя защита? Это эффект пошел. Конечно, когда он уходит, побеет он. А сейчас вот больно будет. А там. Ну, то есть он хорош, когда вот на месте стоит, и этот туман вокруг копится. Я же правильно понимаю. Вот оно, коварство феи. Он получает случайно выбранный положительный. Да? Красота. А, убить. Убить этот упор. Упор. Ну, 49%, кстати. 50 на 50. 50 на 50 это неплохой шанс. Так, здесь на 4. Так, я невнимательно прочитал. Туманный удар. Бьет выбранного вражеского воина, а затем телепортируется назад на 3 клетки. Обалдеть. Это же красота какая-то. Что такое? Это юнит третьего тира, серьезно? Как по мне, что-то он для третьего тира немножко силен. Я не то сделал. Блин, заболтался, не тем хилом захилил. Ладно. Тогда уж давай. Нет, не давай. Пищи, в коем-то веке давай свой суперперк. Я вломил как следует. Играй, не добивай. Волк. Почти доедай. Магия. Тогда бьют. Да. Туманники, мое почтение. Он воодушевление на них. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Померли все призванные. Сейчас по голове получим. Хотя все в... дополнительное здоровье ушло. Тут еще отскакивает. Конечно, с отскоком, вот когда противников много, то вот такая суета еще на поле боя. И здесь кого не будем воскрешать. Там вот этот отскок, он может полушутку сыграть, что от, прям в самой гущу противников летите, будет плохо. О, сейчас мы, кстати, возьмем плюс опыт героям. Вы проходите чуть дальше, видите, как над огромной статуей в дальнем конце храма появляется свечение. Когда свет исчезает, статуя меняет свой облик, становится похожа на вас. Верховная шаманка Дерин Острый Клык. Громовой голос вновь заполняет зал. Вы показали себя достойной Годир, Верховная шаманка. Отныне этот храм будет посвящен вам и вашим священным словам. 196 жизни через смерть. 42 души получишь. Мне не надо. Вместе, конечно, 50. Не, я хочу вот эти. Божественному через величие. Может, конечно, было и добро взять. Ну, какое добро взять. Так вот. Проход паломника берем. 612 авторитета, это значит, что мы сразу берем ничего. Ничего не берем. Блин, ничего не берем, 7 ходов ждем. Ра-та-та-та-та. Так, ну зато 82 авторитета за 7 ходов. Вообще накопим с нуля 400 авторитет всего надо. Тогда что берем? Уровень всех героев мгновенно повышается, не надо, он и так у нас тут все до максимума прокачается. Знания мгновенно увеличиваются на 750. 10 здоровья на чужих владениях восстанавливаем. Это, кстати, классно. К боевым заклинаниям 10. Ну, мне пока не было такого, чтобы не хватало очков заклинаний. И маны обычно не хватает.
Завоевание города 200 маны к 200 к знаниям. Не так часто я их захватываю. Но вот можно будет шепот при дворе взять. Давайте я, во-первых, беру шепот при дворе и смотрим, что у нас там по городам. Не по тем городам, вот по этим городам. Кайзер наш уже. Бексенград почти наш. Чистокол война. Могин. Могин можно отдать. Он ведь ни с кем еще не дружит, да. Пирай. Ну, здесь такая тупиковая ситуация. А у них он еще визжащая могила есть. Может быть, прибрать к рукам. А вы кто, кстати? Вы мы, что ли? А, нет, какие-то воющие промышленники. В смысле волки, но такие. Бьют, которые. Так, у нас все везде строится, кстати. У нас 455 золота. Это знаете, что значит? Значит, что нам не хватает на золотого голема. Хотя для веселья можно было попробовать его и взять. Каменный великан, 375. Да нет, давайте я, наверное, пока не буду. Вот чисто теоретически их можно будет взять, когда прям какие-то проблемы на войне начнутся. Вот тогда да, тогда кого-нибудь приберем. Сейчас пока не надо, ну, хватает. Пойдемте вот это гнездо зачистим. Поможем соседу. Там еще здесь плод серебра. Кстати, плод сереброуста. Он мне нужен. Плод сереброуста. Он где? Нет, он мне уже есть. Мне кровь архонта нужна. Не, ну в том плане, что если мы здесь все это дело зачистим, на Вексенград займет и нам еще бонусы даст. Правда, 9 ходов только до появления. Ну, смотрите, можно еще маги-ремесленники взять. Хотя фермы можно взять. Это нормально. Это стабильно. За 125. Марш, осады. Быстрое передвижение можно. Дорогам носиться. Немножко пошустрее. Да, давайте я, наверное, сделаю. Но ферму обязательно беру. И... Ну, здесь 7 ходов. За 7 ходов мы и накопим. Даже больше у нас будет. Ну, лучше на логистику эту. Ну, тогда еще городские сооружения, пускай дешевле будут. Что тут копим? Нормально. А и сколько еды в итоге у нас уже? Уже 20 еды ферма дает. Будет 30 давать. Да, здесь, конечно, пищи в волчьем логове какое-то прям огромное количество будет. И мне это, естественно, нравится. Так, а правитель новый уровень у нас получил. Ослабляющая аура есть. В конце хода применяет к врагам слабость. Ага. Слушайте, а это даже, может, и неплохо. Даже неплохо. А в поддержке что еще есть? Плененные души может навешивать. Половине фей. Предводитель нечисти. Ну, предводитель нечисти, кстати, можно будет взять в том плане, что если ему одних собак надавать, ей точнее, уже очень скоро нежить устать. Я потратил ману. Мне, ну, мерти не хватает. Можем пока вот эту первобытную связь с мамонтом взять. Ну да, базовое содержание каждого воина 2. Как вам так? Ну ладно, может быть, я ошибся, но у меня почему-то отложилось, что мне сказали, что бесплатное будет содержание. Ну, вы сами посмотрите, сколько здесь. 20, 22, 27, 33, 45, где-то 50 у меня юнитов. Естественно, соточку маны-то надо будет отдать. Ну ладно, у мертвей тогда на следующий ход запустим. А может, мне про легион упырей говорили? Как не помню. Не знаю. Это, знаете, такая ситуация, когда не помнишь, еще и забыл. Сейчас чисто про меня. Так, ну по дорогам, да, действительно, вроде как быстрее мы начали бегать. Да, слушайте. Прям вообще нормально бегаем. Давайте это все сюда перебрасываем. Злые силы обитают. Что поделать? Здесь мы вроде как все походили, да? Да. Дом, печется развить. Да беги сюда, вот к этим сбегаем, посмотрим. Кстати, вот войска у Саурона.
по-моему, не смотрели. Он типа маг, но не особо одет. 36, у него костяной кошмар лупит. Ну, он, смотрите, он в похитители радости пошел. Морали бьют. Костяной кошмар 36. Давайте сравним, у меня где-нибудь есть костяной кошмар. У меня вроде как сильно меньше он бьет, нет? Да, у меня 28 только бьет. Понятно, понятно. Сложность, конечно, дает знать. Это без каких-либо... каких-либо бонусов на урон. Похоже, он вдохновляющий командир. И рефлекс у него. Поднятие нежити аж две штуки. А, видимо, перк и... Ну ладно, с уронище, давай, дерись. Конечно, на последнем месте, но... Я верю. Хотя военный рейтинг четверка у него. На последнем, да не совсем. Вот что сказать. В принципе, если ты на последнем месте, но при этом у тебя неплохая армия, то твое последнее место немножко компенсируется. Так, тут что? А, тут ничего, тут мы походили. Да, не, никак не получится, да? Никак. Эта территория, она тоже будет перекрыта. Ну, сейчас здесь можно будет... вот это мы раскопаем. Тут, допустим, какой-нибудь вон форпост воткнем. Мало, здесь может что-нибудь интересное будет. А если не будет, просто не позачищаем. Кстати, можно город вообще воткнуть? Вот, кроме шуток. Поставить вот здесь вот город. Он вот так вот раз-раз-раз-раз-раз, и логово Горгона тогда и займет. Проблема только в том, что, конечно, он будет... дебафы нам приносить некоторое время. Но, с другой стороны, мы его отдадим потом в свободное... Знаете, я не знаю, что я какую-то ерунду, наверное, выдумываю. Так что пора заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Всем большое сейчас спасибо и всем пока.